think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Доброе утро. После вчерашнего залипания в РДР с Владом только проснулся. В общем, у нас сегодня обзорчик утренних акций. Обеденный обзор. И угадай-ка. Так, коллекционер. Что интересного есть? Вот такое себе. Что-то он стандартный в последнее время. Ну, о, есть дерево опять. Интересно, сейчас посмотрим. Так, коллекционер. Ну, для бездоната вот это вот кайф. За шамана, если вытащить шамана за ЗПшки, в принципе, неплохо. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? О, добавили скины. Скин одержимого. Сейчас я гляну, чекну, что там у меня по скину на одера. Хорошо, что мы его не ролили. Такс. По-моему, он недособран весь. Или дособран. Глянем. Он собран весь полностью. Поменяли, видно. Новое дерево поменяли, плюхи. Монетки добавили, нифига себе. Вот это прикольно. Тридцатка. Жалко, не видно, какого левела. Монетки, это, конечно, классно. Плюс пятые сундуки. Ну, эти... Блин, круто. По расходникам тоже вот неплохо. Смотрите, сумочки. Камешки. Это обычный апекс. Ну, не, ну, крутые плюхи. Сейчас вот плюшки. Жалко, пыли нету. Но реально плюхи кайфовые. Так, ну что, попробуем собрать, сейчас посмотрим. Ну то, что добавили монетки, тоже классно. Конечно, цена, смотрите, какая. 1800. Монетки, наверное, самые последние упадут по расходникам. Так оно и есть, фиолетовые в самом конце падают. Ну, типа самые дорогие. Ну, хрен, сколько, 817к потратили. Крутые плюшки для бездона, я ничего не могу сказать. Но цена, конечно, на них тоже космическая. Но плюхи сейчас классные. Сейчас пооткрываем. Самое главное, что есть монетки. За монеты можно забрать другие плюхи. Конечно, блин, дофига самого летит. Где там? И камешки. Я поперекачивал героев. Закончились камни. Можно будет заодно пофармить недостающие итемы. Ну, в общем, вот так вот. Неплохо. А, Clash and Light есть. Вот новая акция. Ну как новая, не новая акция. Сейчас она новая, сейчас посмотрим, что тут. Блин, ну тоже в принципе неплохо. Четвертая карта, но это за донат. Здесь вы зажигаете просто так и получаете плюхи без доната. За выполнение определенных заданий. То есть выполняете задание, забирается, и вы, соответственно, забираете. Но, в принципе, тоже неплохо. Так, поехали сюда. Заберем кольцо. Так, что у нас есть еще интересного? Но вы можете вот, соответственно, смотрите, монетки сразу же закинуть сюда и здесь потратить, забрать 10 тысяч. То есть два раза словили монетки, забрали отсюда 10 паков. Что тут еще есть? Валентинка за 40, 3000 за 80, 1200 и Барелфокс 40.
штук. Ну, в принципе, неплохо. Скажу так, довольно-таки интересно. Либо потратить на другие акции, например, тот же самый магазин скидок. И там получить тоже кайфовые плюхи, итемы. Ну, плюхи здесь неплохие, я вам скажу. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас. 53. 53. Так. Четыреста, 500. Ну, видите, да, как оно все уходит. Фиолетовые уходят, получается, самые последние. Тысячи, 5 монет. Да, 16-17 тысяч в среднем уходит на одну тычку. Но вы получаете, как по мне, крутые расходники с коллекционера. Однозначно без донат таких плюх там или с других акций не затащит много. В общем, вот так вот. Плюс 1000 сумок. Так, с питомцами. В принципе, неплохо. Так, поехали дальше, посмотрим, что у нас на русском сервере есть интересного. Что у нас по ежедневкам? Такс. Тратить с выгодой. Пакет накопления со скинами. А что-то такое. Нефти. Тратить с выгодой. Влитка, чарующий пакет. Коллекционер. Мега удача, ребята, с первой этой собрали сразу. Так, ну такое себе. Коллекционер, как обычно, ни о чем. На русском сервере. Так, поехали еще глянем сразу же немку. Я пока видосик открою. Самое главное вспомнить, под каким видосом. Этим. Да, угадай-ка, 1 марта. Так, что тут по халявам? Тут по-своему классная халява, как видите. 1100 самов. Я забираю эти мешки всегда с огником. Надо будет накопить за 2 дня. Так, заходим сюда. Так, забрали. Донатная акция. Там где 1400, это всегда донатная акция. Так, смотрим, что тут у нас. Забрали, все, закрылся. Лавочка закрылась. Вот мы зато нормальные плюхи пособирали вчера. Так, хорошо. Больше ничего такого нету, поехали. Сейчас ролим на сортале за 450. Так, есть. Отлично. Многие ребята пишут, спрашивают. Угадайка, это, ну, фактически утренние видосы. Я по-разному бывает просыпаюсь, поэтому разные вариации, но это раз в день. Такс, поехали на русский сервер. Я с вами за ролем посмотрим.
А, блядь! Называется «За рулем посмотрим». Все как обычно. А может, квест есть? Нет, квеста нет. Значит, поехали на английский сервер. На английском «За рулем». Тяжела судьба бездона, когда нету итемов в сумке. Ничего себе, у меня максимальная загрузка. Да ладно. Вы гоните. Сейчас, значит, что-то мега-имбовое упадет. Так, циклоп. Циклоп и две жилетки. Фиолетовая и синяя. Так, 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 так. Ой, открываю плюхи. Ctrl-F, смотрим. Циклоп, синяя слизь, палач, Йорги рядом. Че, один единственный циклоп угадал? Да, больше никто не угадывал циклопа. Ну все, пишите комменты под этим видосом, ждите завтра следующего розыгрыша. Всем удачи, всем пока.